Смотрите, сколько тут бездомных котят из подвала вышло. Вылезло. Эй, бычи, пойдемте ко мне к Игорю жить, кто хочет. Вот беленькая симпатичная. Ну все, разбежались, испугал он всех. Вот. Было бы чем вас покормить, я бы угостил. Так и самого ничего. Как раз кисломолочку люблю, я не тоже люблю. Ну все, кто ко мне пойдет жить, кто хочет. Где ваша мама-то? Бросила. Мама, кстати, первая их убежала. Как видал, меня или отец это был. А дети остались. А потому что они, наверное, еще слепые, маленькие, котята.